такие два салатика мне удалось купить в Редьюсе, в Маркс и Спенсере. Стоил он 3 фунта. С грибами я взяла. И, кстати, веганский он. Грибы. 3 фунта, теперь фунт 20. Это около 100 рублей. Но это свежие. В таких вот коробочках это свежие салаты, которые делаются каждый день. Да? Сегодня какое? Юзбой 15. Сегодня 15. И другой салат, который делается на 3-4 дня. И это я взяла рис, черный киноа и фета. Стоил 2,25, теперь 0,75. Очень, кстати, вот этот вкусный салат. Я его уже пробовала, поэтому взяла. А этот сейчас попробую. Итак, сейчас попробую салатик. Вот этот вот. С грибами. Вкусный или нет? Тут даже артишоки есть. Вот. Артишочек. Очень вкусный салат. Лентис. Ой, я забыла, как этот. Эти длинные зеленые палочки называются. Вкусняшка. И вот он веганский. Потому что с грибами, не с мясом. Хлеб. Очень насыщенный. Свежий и вкусный салат. Пока все. Пока. И вот такой фета, киноа и рис. Где там рис-то? Я риса даже и не вижу. Ну, есть там немножко риса, да, вижу. Чуток. Это я уже завтра утром съем. Стоил 2,25, теперь 0,75. Ну, тоже дороговато, но зато хоть раз поесть салатиков, потому что я еще ничего не успела в Лондоне. Такой вот соус тут. Глютен вид. Ой, там чайник закипает. Сейчас соус налью и заодно выкину. Кипит, чайник у меня кипит. Бегу. Мой чай базилур уже готов в чашке. Мой чай уже почти готов. Зеленый мой любимый базилур. Ну, а мы пока покушаем. Весь этот соус надо перемешать вот с этим, в этом салате и скупать. Неудобно это делать одной рукой, но стараюсь. Вот такой вот салат. Киноа, сыр, фета, рис, какие-то еще бобы вот тут и зеленые листья чего-то. Чтобы наесться, я еще в дополнение беру рыбку или мясо кидаю. Но, в принципе, вообще без мяса можно наесться этим салатом. Но так как мне надо поесть в дорогу, собраться поплотнее покушать, я еще сделала себе вот, залила таким соусом, который с рыбой продается, какой-то горчичный. Сделала себе 2 бутерброда с половиной. И сейчас поем плотненько, и уже до вечера ничего не буду есть. Ну, купила себе в дорогу орешки и фиги, ну, вы видели. Фиги – это инжир сушеный. Вот этим и буду питаться, если я захочу что-то покушать. Очень вкусный. Соус, кстати, очень вкусный. Этот горчичный с
сладкий. Забыла. Все, зачем я ходила в Лидл, забыла купить. Хлебцы забыла. Барбекю соус хотела купить, тоже забыла. Ну ладно, хоть вчера салаты успела купить. Такие вот очень вкусные. А соус, наверное, я не буду. Сейчас потрачу его весь, потому что он потечет у меня в дороге. Или залить эти кусочки. Это я тоже в дорогу, если что, покушать. Возьму с собой. Пока на этом все. Увидимся в России.